them. Обычно научные статьи предваряют таким кратким саммари, кратким изложением всей сути, да? Вот поскольку я все-таки бывший научный сотрудник, я тоже позволю себе сделать такое саммари. Значит, в качестве вот этого самого краткого конспективного изложения прозвучит песенка, которую я где-то году в 78-м, по-моему, 1978-м, почерпнул в одном из студенческих театров. И с тех пор, честно, ни разу ни от кого ее больше в жизни не слышал. Ну, автор ее неизвестен, но как-то в моем репертуаре она прижилась на долгие годы вот так. И по традиции каждый год в преддверии 8 марта она извлекается для проветривания. Называется песенка «Серенада». Звезда, слушать серенады, банальные трели. И если б коломбины ответили «да», раз бы тосковали в ночи министрели. Если б коломбины ответили «да», разве тосковали в ночи министрели? Хитрый и наивный чудак Одиссей, разве б обманул великана циклопа? Разве б убежал от сирены дождей, если бы его не ждала Пенелопа? Разве б убежал от сирены дождей, если бы его не ждала Пенелопа? Даже Дульсинея и та, говорят, письма Дон Кихоту краткой писала, значит, он и с мельницей дрался не зря. Просто сквозняков Дульсинея боялась, значит, он и с мельницей дрался не зря. Просто сквозняков Дульсинея боялась, с неба осторожно спустилась звезда. Слушать серенады банальные трели, если б коломбины ответили «да», разве б тосковали в ночи министрели? Если б коломбины ответили «да», разве б тосковали в ночи министрели? Все сказано, краткое изложение всего, что будет дальше. Так что дальше можно и не слушать, можно в буфет пока сходить, как на конференциях обычно делается. Вот, а для тех, кто в буфет пока не пойдет, продолжаем праздник. И первыми на праздник прибывают пираты. Пираты авторства Бориса Вахнюка. Мы честь по чести говорят, берега нас не тянули, побрывали якоря, подальше в море зашвырнули. Есть один закон у нас, не на суше мили мерить, в дружбу верить, да в компас, да в попутный ветер верить. Есть один закон у нас, не на суше мили мерить, в дружбу в компас, да в попутный ветер верить. Нам не до женщин, черт возьми, нам от них глаза не прячет. Считаем лучшую из них красотку с именем удача. Есть один закон у нас, не на суше мели мерить, в дружбу верить, да в компас, да в попутный ветер верить. Есть один закон у нас, не на суше мели мерить, в дружбу верить, да в компас, да в попутный ветер верить. Пускай хоть Бог, пускай хоть черт, мы с ними стену на равных выйдем, прихватим крючьями за борт, и кто кого еще
есть один закон у нас. Не на суше мельче в дружбу верить, да в компас, да в попутный ветер верить. Ну и какой праздник, тем более женский праздник, без гусар? Как, помню, когда-то представлял эту песенку ее автор Юли Ким. Примерно так. Портрет гусарский, поет боярский. А в написании этого портрета участие принимал композитор Геннадий Гладков. Таганов уголок занавески, смотрят барышни в каждом окне, как в расшитом седой черкеске и огорцою на резвом коне. Конь горячий резонно послушен и гордится своим седоком. Отчего седок равнодушен к нежным взорам за каждым окном. Как лорд Байрон рукой подбоченясь, как Печорин кручу я свою неподвижная нижняя челюсть, говорит об отсутствии чувств. Женщин стирает бесстрастно, тот готовит для них западню. Так что все это только гримасы. И не верьте ни мне, ни коню. И не верьте ни мне, ни коню. И не верьте ни мне, ни коню. Продолжу этот доклад во втором отделении.